Эй, мальчик, придержи лифт. А вам на какой этаж? А тебе на какой? На первый. Вот и мне туда же. Хорошо. У вас, кажется, кровь на рубашке. Вот тут. Это кетчуп. Понятно. А вы не знаете, почему сегодня у нас на этаже такой шум был? Кто-то так кричал, будто его резали. Не слышали? Понятно. А вы не очень разговорчивы. А маска вам зачем? Вы хоккеист? Это ведь хоккейная маска, правда? Слышите? Кто-то рычит. Ой, да кажется, вы рычали. Извините. А можно еще спросить? Зачем вам такой большой тесак? Он, наверное, очень острый и опасный. А это чтобы резать торт. Кажется, лифт застрял. Дяденька, вы же мне не причините вреда. Ведь вы сказали правду, да? И у вас действительно кетчуп на рубашке, а не кровь тех, кого вы зарубили у нас на этаже вот этим тесаком. Ведь правда? Умоляю же вас, ответьте. О, лифт заработал. Какое облегчение. О, Джейсон! Какая встреча! Я слышал, вы сегодня проводите вечеринку в этом доме в стиле ужастиков. Вы мне дадите вашу визитку? Позвоню вам. Скоро у моего сына день рождения. Он помешан на Джейсоне. О, спасибо. Всем привет! Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Дим-Диму привет! Привет Александру Тен, привет дневнику Армана, привет Лизе Кравцовой, привет Маргарите Никитиной, привет Прокси Криппи, привет Алине Лайк, привет Виталию Гуреву, привет Диляре Сергеевне и привет Флуфи Кэтскэтсба. Ну и естественно же подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях приветы и жмите на колокольчик, а также делитесь с друзьями в соцсетях. Да, мне насморк.